Жители дома номер 40 по бульвару Шмидта осуществили свою давнюю мечту. Их двор теперь, пожалуй, один из самых благоустроенных и чистых в Заволжском районе. На празднике по этому случаю побывала и наша съемочная группа. Это сегодня обыкновенный двор средней запущенности превратился в нарядный уголок, где нравится играть детям и отдыхать взрослым. Но этому предшествовал долгий и трудный путь, который удалось пройти благодаря инициативе жителей МКД во главе со старшей по дому Ольгой Васенко, человеку активному и неравнодушному. Наш телеканал внимательно следил за судьбой этого двора. Это Ольга Александровна в сентябре прошлого 2018 года. Тогда итогом многолетнего труда стала долгожданная приемка ремонтных работ придомовой территории. С 2011 года мы боролись за благоустройство нашего двора. В 2014 году нам обещали, в 2015 году нам опять обещали, в 2016 году сказали, 100% сделают. И вот только в 2017 мы дождались благоустройства. И практически ровно через год в этом дворе состоялся праздник с играми, танцами, выступлениями коллективов, который собрал жильцов не только Шмидта 40, но и близлежащих многоэтажек. Есть такое выражение: будет праздник и на нашей улице. И вот он наступил, это долгожданный праздник. Жители этого двора ждали его лет 7, вот этого благоустройства. Очень много раз обращались в администрацию города помочь им с асфальтированием, с благоустройством территории. Ну и вот уже в прошлом году основные работы были выполнены, многое сделали граждане сами. У истоков благоустройства придомовой территории на Шмидта 40 стоял городской депутат Юрий Ануфриев, по мнению которого такие преобразования возможны только при слаженной совместной работе жителей, представителей органов власти и обслуживающей организации. Это результат совместной работы администрации города, в первую очередь администрации Заволжского района, при поддержке депутатов законодательного собрания 2-го Приволжского округа, при поддержке депутатов городской думы, с управляющей компанией и, конечно же, с председателем домового совета этого дома. Открыл праздник депутат законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев, для которого этот округ, как и весь Заволжский район, давно является родным. Этот двор считается одним из лучших дворов Заволжского района. И, конечно, многое здесь сделано вашими руками, вашей инициативой. Заволжский район, все это наше, как говорится, с вами достояние, все наши набережные, детские площадки, спортивные, наши цветы. По мнению депутата Дмитрия Нечаева, важно, когда подобная инициатива идет от самих людей. Когда есть сопричастность к благоустройству и любому улучшению того места, где они живут. Ведь и отношение к тому, куда вложен собственный труд, иное, гораздо более бережное. В первую очередь, конечно, хочется сказать спасибо жителям, что они такие инициативные. Ну а нам уже, представителям депутатского корпуса, оставалось только поддержать их инициативу и придать им какой-то дополнительный импульс. Сегодня двор Шмидта 40 – это настоящий образец и пример тому, что даже в непростой действительности, благодаря неравнодушию и инициативе самих жителей, можно сдвинуть горы.